наступлением холодов встреча с друзьями становится еще более желанной. И тогда мы перемещаемся в любимое кафе или клуб. Некоторые из них просто созданы для взрослых корпоративов и детских праздников. Об одном из таких популярных саратовских клубов в нашем следующем репортаже. Дискотека – непременный элемент современного детского праздника. У развлекательного клуба «Beautiful» есть все данные претендовать на звание лучшего в Саратове места для празднования дня рождения. И даже если имениннику 10 лет, и он пригласил в кафе почти весь класс. Необычная конфигурация зала дает возможность детям освоить новое праздничное пространство, побегать и поиграть. А родителям уединиться в диванной зоне, где они могут вдоволь пообщаться. Специально для детей – кресла-груши, на которых удобно смотреть любимые мультфильмы на большом экране или зрелищ шоу-программу. Мне нравится ведущий, мне нравится фонтанчик, который я попробую скоро, и то, что здесь много друзей. Ведь неинтересно, когда у тебя гора подарков и мало народу на дне рождения. На сегодня вот как много народу, как считается? Да, для нашего класса, да, это много народу. Школьный класс в полном составе здесь примут легко. Обещают вкусные, красиво оформленные кушания детского меню. Каждое блюдо не дороже 100 рублей. Клубу «Beautiful» почти полтора года, но он уже успел стать популярным у саратовцев. Имениннику, 10-летнему Ефиму, этот праздник подарили родители. А сам Ефим желает себе... Я хочу, чтобы я был здоров, у меня было много родственников и друзей. Сценарий дня рождения, игры, конкурсы и яркое шоу, где зрители мгновенно могут стать фокусниками сами. Дорогие друзья, Beautiful создан во имя любви и красоты. Мы будем счастливы сделать любое праздничное событие в вашей жизни прекрасным и запоминающимся. Добро пожаловать в Beautiful. Здесь сбываются мечты и исполняются желания. Исполнение желаний здесь обещают и на праздник Новый год. Посетители увидят яркое оформление зала в зимнем стиле Деда Мороза и не одну, а целую компанию снегурочек. Клуб Beautiful находится на третьем этаже здания в центре города на улице Волжской. Юлия Николаева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.